Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Уважаемые зрители, наш вечер подошел к концу. Давайте еще раз поприветствуем участников отчетного концерта. Академия русского балета имени Вагановой. Новосибирское государственное хореографическое училище. Академия танца Бориса Эйфмана, Уральский хореографический колледж, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева, Саратовский областной колледж искусств, Московское государственное хореографическое училище имени Лавровского, Московская государственная академия хореографии. А сейчас разрешите от всей души поблагодарить преподавателей образовательной программы, которые подготовили отчетный концерт. Мороченкову Елену Владимировну, преподавателя Новосибирского государственного хореографического училища. Косенкову Юлию Александровну, старшего преподавателя Академии русского балета имени Вагановой, заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Антоничеву Анну Анатольевну, преподавателя Московской государственной академии хореографии, народную артистку Российской Федерации, народную артистку Республики Северная Осетия Алания, Грибанову Марию Александровну, заведующую кафедрой методики преподавания классического и дуэтно-классического танца Академии русского балета имени Вагановой, Спиранскую Нину Николаевну, балетмейстера-репетитора Государственного академического Большого театра России, заслуженную артистку Российской Федерации, Белякова Артемия Сергеевича, премьера Государственного академического Большого театра России. Зайцева Александра Сергеевича, хореографа, профессора театра «Ла Скала», приглашенного педагога-репетитора в Штутгартском балете Академии русского балета имени Вагановой в Государственном академическом Большом театре России. Благодарю визажистов телевизионной компании «ВГТРК Культура» Обухова Веру Петровну, Шерман Сару Сергеевну, Черникова Алексея Сергеевича, Кухареву Екатерину Владимировну, а также концертмейстеров образовательной программы направления «Хореография» Примакову Аллу Ивановну, Хоробрых Ларису Васильевну, Поплавскую Елену Александровну, Терехову Виктора Сергеевича. На сцену приглашается народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, прима-балерина Большого театра, учредитель фонда «Талант и успех», художественный руководитель образовательного центра «Сириус» по направлению «Хореография» Захарова Светлана Юрьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сказать несколько слов. То, что вы сегодня увидели, это действительно уникальный галоконцерт. Практически все номера были подготовлены во время образовательной программы вместе с замечательными педагогами, вот этими нашими юными прекрасными артистами. Давайте их еще раз всех поздравим. Вы знаете, они готовились, они... Действительно, уже артисты, они умеют справляться со своими страхами, со своими нервами. И сегодня они продемонстрировали вам действительно очень сложные номера, очень сложные технические номера. Танцевали для вас душой, танцевали для вас с большим желанием и с большим настроением. И я хочу сказать, что мы сегодня увидели будущее нашей России. Друзья, поздравляю вас. Идите сюда, поближе ко мне. Вы действительно молодцы. Поздравляю вас. А я хочу еще сказать, что 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Я от всей души поздравляю наших замечательных, великих педагогов и наставников, которые... подготовили этот прекрасный галоконцерт, и всех педагогов, и наставников, и учителей, которые присутствуют в зале и которые смотрели сегодняшний галоконцерт. Поздравляю вас и спасибо вам огромное и низкий вам поклон за то, что вы делаете. Дорогие друзья, дорогие зрители, спасибо вам, что вы пришли и поддержали нас. Уже традиционно мы вас всегда ждем, мы вас очень любим. Спасибо за то, что вы пришли и так тепло приветствовали наш галоконцерт. Спасибо вам. И я хочу поздравить всю техническую команду, которая провела сегодняшний концерт. Я хочу поблагодарить всех кураторов, которые с детьми, наверное, стали очень дружны за это время, всех администраторов, всех, кто помогал сегодня создать всю эту красоту, и те, кто работает в образовательном центре «Сириус». Всем огромное спасибо!